Безопасных и качественных дорог в Чебоксарах становится все больше. В этом году по федеральной программе ремонтируют 36 объектов. Какие идут работы на участках, выясняла Татьяна Леонтьева. Незначительные, как бы, проколы встречались, и ямы ловили. То есть как-то все это не напрягало меня как водителя. То есть маленько отремонтировали и поехали дальше. Игорь Счетчиков за рулем автомобиля 20 лет. Рассказывает, в последние годы ездить по чебоксарским дорогам стало комфортнее. Большие улучшения в движении. Полотно очень стало ровное, как бы асфальт в целом замечательно. Я как автолюбитель очень радуюсь, что наш город и дороги в нашем городе становятся лучше и лучше. Лучше станет дорога и по проспекту Тракторостроителей. Ремонт здесь не делали ни разу, а нагрузка на магистраль колоссальная. Вместе с троллейбусами, маршрутками, легковыми автомобилями по проспекту колесят самосвалы и катки. Приступили в начале мая. Дорожники заменят почти 4 километра дорожного полотна. Применяется холодное рециклирование асфальтобетона, затем укладка асфальта нижнего и верхнего слоя, укладка щма. Укладка верхнего слоя где-то 50% уже выполнена. В данный момент выполняется укладка нижнего слоя покрытия. Температура при укладке асфальтобетонной смеси должна быть не менее 140 градусов. Давайте проверим, сколько она на этом участке. Для этого мне понадобится вот такой вот специальный термометр. Здесь температура даже больше 140 градусов, что соответствует нормам. Закончить ремонт планируют к 25 июля. Подрядчик обещает, в сроки уложится. А это улица Хивешская. Здесь к работам приступили недавно. Длина участка чуть больше километра. Полотно ремонтируют так называемым традиционным методом. Такой способ применяют на участках дороги, где движение не очень интенсивное. Если выполняется при определенных температурах, плюсовой температуре именно, качество можем гарантировать, оно будет выше. Естественно, если нам не будут мешать тоже автолюбители, не заезжать, с пониманием относиться к работам нашим, нашему труду, то есть не заезжать на горячее асфальтовое покрытие, когда мы укладываем. За качество чебоксарских дорог в этом году отвечают 4 подрядные организации – «Дорис», «Воддорстрой», «Автодор» и «Магистраль». Асфальтоукладчики, катки и самосвалы уйдут со столичных улиц еще не скоро. Ремонт продлится до осени. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.